квартире явно кто-то есть, но на звонки и стук дверь не реагирует. Такую картину довольно часто наблюдают судебные приставы-исполнители, когда приезжают к должникам. На этот раз в поле зрения правоохранителей попали жители Сергиевска и Суходола, которые не платят или платят не в полном объеме алименты. Суммы колоссальные. Например, этот житель городского поселения Суходол задолжал собственному ребенку более 500 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело. Кроме того, ему предстоит оплатить административный штраф. Долг этого мужчины меньше, но тоже составляет весьма внушительную сумму – более 300 тысяч рублей. Ребенку, злоупотребляющий алкоголем отец, финансово помогает частично. За неисполнение своих родительских обязанностей ему грозит 40 часов исправительных работ. Сегодня в службе судебных приставов более 100 дел по неуплате алиментов. По 43 исполнительным производствам должники выплачивают частично алименты, не в полном объеме. 9 исполнительных производств объявлены должники в розыск. Местонахождение должников неизвестно. К должникам по алиментам применяются меры принудительного характера, кто не выплачивает алименты в полном объеме. Составляем административный протокол по статье 5.35, часть 1. Должникам даются административные наказания в виде обязательных работ, либо административный арест. После административного протокола, если должник в течение 2 и более месяцев не приступает к погашению задолженности по алиментам и к выплате алиментов, на должников возбуждается уголовное дело. Дело по статье 157, часть 1. Общая сумма долга составляет более 23 миллионов рублей. Узнать о своей задолженности граждане могут на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов, а также в банке данных исполнительных производств. Елена Баканова, Арсен Сараджан, телекомпания «Радуга-3».